У нас вечер. Смотрите, что Света придумала, как свои украшения делать, да, Светик? Приклеила. Включи там свет. Что там плохо видно? Во, там, видите, приклеила органайзер для украшения на клей-момент, да, ты его приклеивала. И вот так повесила. Мы сейчас распаковали любимый Василек. И Света тут кактус. Покажи последний кактус, который у тебя появился. Смотрите, какая красота у нее появилась. Так, на фоне одеяла вот так покажу. Не, не видно. Подержи, я свет включу на телефоне. Может, так будет лучше видно, а то что-то это темно. Во, так, да. Смотрите, как... Ну, он видно, что крашен. Смотрите, какой горшочек крашен. Ну, он очень понравился. Вот такая вот красота у него последняя появилась. Тут вот у него тоже ее на кактус стоят, любимки. И вот так вот. Мы сейчас распаковали любимый Василек. Видео вы уже видели. Девочки сразу разобрали носочки себе. А вот эти вот две пары маме оставили. Говорит, это мне. Ну, какой мне? Потом также стаскают. Я белые-то редко одеваю. Ну, вот все померили. Курточка, курточка, да, Света? Марине маленькая. Марина у нас полненькая девочка, поэтому она ей узенькая. Она на очень худую девочку, поэтому вы видели на фотографии Оксану. Но Оксане она тоже, мы ее одели чисто на футболочку, да? Ничего под низ уже не оденешь. Кофту, например, уже не оденешь. Она получается на очень худенькую девочку. Но так курточка очень по качеству понравилась. Ну, мы тут со Светой подумали, может, отдадим Аленочке, да? Племянницы нашей. Мы всегда ей все отдаем. Вот так вот. Света тут ее на рабочий стол. Она тут его пытается как-то приукрасить. А, так ты мое зеркало сюда повесила. Одну сторону-то сломали. Оно, кстати, грязное. Ты видела? Че, Светик, пойдем дальше обои клеить? Сейчас Светочка отдохнула и пойдем дальше обои клеить. Вон такие вот. Это я заказывала на Алиэкспресс. Серьги тут все. Разные. Тут вот это фаберликовское украшение. Вот это вот. Мы и в баню с ним ходили, и всякое, но вот оно не темнеет. Ей вот нравится. Это чокер, да, называется? Чокер такой у нее. И там вот чокер тоже мы когда-то покупали, не помню. Уже даже где я давным-давно. У нас раньше этих чокеров было очень много. Просто очень много. Все куда-то раздевали, растеряли. И вот такие серьги я тоже заказывала с Алиэкспресс. Света все мечтает себе проколоть уши, да, Светик? И потом носить их. Ну, обязательно проколем. Сейчас я не знаю, на зиму прокалывать. Боюсь, уши застудит. Да? Ну, там посмотрим. Вот такие вот дела. И вот так вот ее на этот кактус стоят. Я не знаю, почему вот он ей вот эти вот нравятся. Кактус, то, что они круглые, что ли. Большие. И вот это большие, да. И вот это вот красота юная. Горшок может покрасить как-то. Сыку горшочек. Так, в целом, хороший вот этот вот красотулька маленький. Но им свет нужен. Света их на окошечко поставить, пускай бы стояли там. Вот красиво. Мне кажется, они даже цвели, потому что тут такие вот то вот бутончики как будто бы засохшие есть. И вот этот вот такой вот красивый. Меня уже люди попросили, говорит, Настя, если можешь, дай, пожалуйста, отводочки. Ну, тут, по идее, можно отломить вот от этого особенно, да? Давай я все вот так покрутить. Тут вам видно, что отламывали. Да, вот этот вот уже шатается. По идее, можно отломить уже и дать людям. Чтобы вот это вот, я так поняла, это мама, а остальное все детки идут. У кактусов тоже, да, ребята, есть различия. Мама и детки. Вот этот вот ровненький тоже. У нас маленькие есть. Да, у нас есть и маленькие, там тоже можно, по идее, поотламывать. Но как мы читали в интернете, да, Света, что их лучше весной отламывать. Нет, администрация, ты папа села, нам они дали. А, ну да. Маленькие. У нас не такие. У нас там разновидность другая. Там длинные иголочки. Тут, видишь, пупырки маленькие, а там пупырочки именно длинненькие идут. Ну и вот такие вот красота. Ей нравится, так вот она ими занимается. Жуки, да, еще были, мы их зашили. Но тут смешно, да, было, когда Илья пришел, я ему на руку, знаете, я говорю, Илья, иди сюда. А он взяла так в руку, спрятала и взяла так, выложила ему на руку. Он как заорал, как бросил этих жуков. Вот мы посмеялись-то над ним. Так что вот так вот у нас ветер. Ладно, мы идем дальше клеить со Светиком обои. Да, вы сейчас скажете, опять, Настя, снимаешь черти знает что. Ну, стараюсь что-то снимать, ребята. Ну, вот,
Днем вот где я могу клеить одна, я там клею. А где вот длинные листы, мне одно неудобно клеить, поэтому я жду Светика, и мы со Светиком доклеим сейчас тот угол. И все, и потом я вам покажу результат, что у меня получилось на кухне. Муж сегодня собирает стол. Стол собирает цветастый, который красивый пришел, чтобы посмотреть, какой он будет. И освобожу полностью кухню. Линолеум так мы сегодня не постелили, потому что у меня опять заболел Ванюша. Тут получилось так, что Светик погулял с ним на улице, и у него сегодня подскочила температура. Я сегодня всю ночь не спала из-за того, что у него была температура. Днем лекарства я ему дала, но сейчас, слава богу, температуры уже нету. Я надеюсь, что сегодня будет он нормально. Но кашель у него опять сильный стал, и врача я не вызывала, пока не до этого было. С ремонтом вообще времени нету путем. Но постараемся. По идее, лечу так же Экоклав и Амбраксол, то, что нам назначали, то я и даю. Хочу еще, знаете, мне посоветовали купить этот спрей горло брызгать Мирамистин. И вот хочу еще его купить, потому что у нас есть Гексерал, у нас есть Ингалипт, у нас есть разные, но и Мирамистина у нас нету. И мне женщина написала, что он очень хороший, купи, не пожалеешь, поэтому вот я хочу его купить и побрызгать ему горлышко. Посмотрим, может, надеюсь, что будет нормально. Хотела еще на несколько вопросов ответить подписчиков. Написали то, что она в последнем видео, где я после бани пришла, то, что якобы я пьяная. Ребята, я не пьяная, просто мы после бани сидели, смеялись, и это нормально. То, что я была красная, я и сейчас, видите, красная. Но я не пью. И написали, да, на магазин пошла, наверное, то, что ребенку спиртное якобы не продадут, поэтому сама пошла спиртное покупать. Ребята, я, по крайней мере, я не пью вообще. Да, вот такая вот я. Сейчас многие скажут, да, она обманывает, она бухает, просто она не снимает. Пожалуйста, как пишите, что хотите. Все, кто меня знает, все прекрасно знают, что я не пью. Я бы, если бы я пила, я бы, наверное, давно бы уже спилась, я не знаю, какая была бы. У меня просто времени на это нету, чтобы пить. Я не понимаю, как у других людей хватает времени пить. Тут без этого голова к вечеру так начинает разламываться, что и никакого спиртного не надо. Ой, ладно, дорогие друзья, идем мы со Светой клеить обои. Скоро вам покажу результат, что у нас получилось, так что оставайтесь с нами. Так, ребята, хотела показать то, что вчера клеила. Многие переживали, что отвалится. Нет, ребят, вот на окрашенной стенке ничего не отвалилось. Все крепко держится. Прям вообще супер. Поэтому все хорошо. Буду обклеивать дальше всю кухню. И потом покажу результат вам, то, что у меня получится. Всем добрый вечер. У нас опять вечер. Мы со Светой доклеили обои. Сейчас я вам покажу, что у нас получилось. Ну, а вы напишите, как вам. Ну, начну с того угла, который я вам вчера уже показывала. Вот он. Все здесь доклеили вот так вот. Вверх и вот так. Там мы не будем вот эту вот печку, где место заклеивать. Потому что тут, ну, пускай будет белый. Хоть немножко какое-то это различие. Потом дальше окно. И вот так вот. Здесь, потому что кухонная гарнитура будет. Здесь я тоже не стала ничего клеить. Но в целом вот так вот получилось. Там уже чайник мы поставили. Печку низ мы тут будем закрашивать черным. Потому что там постоянно мрази. Ну вот в целом вот так вот у нас получилось. Напишите, как вам. Ну-ка. Сейчас мы кухню освобождаем полностью. Все выносим. Все. Ну, ставим чайник только до чего. И горшок детям. Остальное все вынесем. И завтра муж встанет и постелит линолеум сюда, потому что ему на несколько дней все равно линолеума пролежаться. И в оконцовке решили мы мойку оставить на этой стороне, на которой у нас и была она. Вот она, видите, этот кран страшный. Но муж будет как-то что-то делать, потому что я посмотрела, открыла от гарнитура столешницу, я не хочу ее портить, я не хочу ее резать. И поэтому мы решили, с этой стороны у нас будет стоять мойка, стиральная машинка и холодильник. А с другой стороны полностью будет красивый гарнитур. Так что вот как-то так у нас дела обстоят. Не знаю, что фартук я еще не клеила. Фартук мы будем клеить после того, как муж соберет мебель. Нам надо примерить, как оно будет. И потом будем уже приклеивать фартук.
Пока еще не приклеил. Мы его хотим на клей посадить и на шурупики еще прикрутить. Фартук у меня пластиковый, покупала дешевенький, по 100 рублей за лист. Я брала 2 листа. Поэтому посмотрим, что получится. Я взяла те, которые нам нравятся. Мы выбирали сами. И поэтому... Да, я знаю, что они по цвету не подойдут. Потому что там апельсинчики, яблочки и всякое такое. Там апельсины цитрусовые, да, светорисунок у нас был. Ну, мне он нравится. И нам он вообще нравится цитрусовый. И стол у нас. Сегодня муж собрал красивый стол. Но я его вам потом попозже покажу, что у меня получилось и вообще как. Так что вот такие вот, ребята, у нас продвижения. Потихоньку, потихоньку мы со Светиком доделываем ремонт. Да, со Светиком. Я сегодня еще ногу себе покалечила. У нас там на печке деревянный щит. Мы когда угол там клеили, я решила встать на него. Я встала и тут же провалилась. Нога теперь ужасно болит. Шишка там вылезла, синяк сразу. Но ничего. Получается, я сейчас кухню доделаем, и потом мы будем со Светиком клеить обои в коридоре, да, Светик? Мы с ней там все отдерем, все уберем. А, сейчас я буду косяки еще красить. Да, по поводу косяков мне писали. Да, я хотела их убирать, но когда у меня муж вскрыл, там, господи, там вообще ничего внутри нету. Там полость, пустая полость, представляете? Вот одна доска идет с другой стороны, другая, а внутри полость. Пусто. Я не знаю, как они вообще вот эти вот косяки набили. Там ничего нет вообще. Поэтому мы не стали мараться, я не стала маяться. Он говорит, если я буду делать, это еще месяц пройдет, пока я сделаю тебе их. В оконцовке я плюнула. Я говорю, оставь такие, как есть. Я их просто покрашу на несколько раз, и тогда они будут идеально белыми. И все, я уже не стала ничего делать. Я уже так устала. Я говорю, месяц ждать, пока косяки он сделает. Решила в оконцовке оставить то, что есть. Так что вот так вот. Вот такие вот у нас продвижения. Да, они небольшие, но они есть. Я надеюсь, что вы порадуетесь вместе с нами. Сейчас у нас время уже 10-11 час. Будем ложиться спать. Устали очень сильно. У меня еще и Ваня приболела, поэтому сил вообще никаких нет. Но ничего, мы на позитиве. Надеюсь, что и вы со мной будете тоже на позитиве. Так что оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. На этом наш вечер сегодняшний завершен. Завтра еще утром что-то поснимаю немножко. Ну и всем хочу пожелать крепкого-крепкого здоровья. Берегите себя, берегите свое здоровье, берегите своих родных и близких. Ну и всем пока-пока.